Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области ясно, преимущественно без осадков, похолодает, днем минус 12, минус 14 градусов, ночью 15-18 мороза. Ветер северо-западный, скорость 2-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 10, ночью 15 мороза, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно и без осадков. Температура воздуха днем минус 12 градусов, ночью 15 с минусом. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем минус 14 градусов, ночью 18 ниже 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.